Друзья, всем привет из Фикс Прайса. Давайте с вами посмотрим новинки. Хочу вас поблагодарить за поздравление с днем рождения. Спасибо вам большое. Вам тоже всего самого хорошего, счастья, любви, терпения, ну и мира, конечно. Красивые кружки от Паша Бахче с рисунком из натрия, кальция и силикатного стекла. Естественно, подходит для пищевых продуктов, можно мыть в посудомоечной машине. Подходит как для горячих, так и для холодных напитков. Очень увесистая кружечка, стекло толстое, хорошее. И второй рисунок вот такой. Хорошенькие кружки. Красивые стильные кувшины, сбор силикатного стекла. Смотрите, какой они интересной формы. Сейчас вам покажу. Вот, вот так вот выглядят. Объем 1,2 литра. Бамбуковая крышка, опять же, есть силиконовая вставочка. Стоит 299 рублей. Ждем новую серию посуды. Посмотрите, что еще будет. Баночки под специи, подставка под горячее и набор кухонных принадлежностей еще будет. Смотрите, для детей 1, 2, 3, 4 класс школьная программа по чтению. Такой полумягкий переплет, белые страницы, крупный шрифт. Стоят они 149 рублей. Сейчас все варианты покажу. И вот такой еще для 4 класса. Без сокращений. Книга ночи Холли Блэк. 199 рублей. Книжные хроники Лин Рина. Так, тоже 199. Фила Гейн, Мона Кастен. Лето 1969. Эллен Хильдебранд и Эмма Скотт «Среди тысячи слов». Все они по 199. Кстати, еще одна книжка от Эммы Скотт «Дотянуться до звезд». Смотрите, какие пришли красивые коврики преддверные. Материал полиэстер и нетканный материал. Красный цвет. 40 на 60 сантиметров. Они не очень большие, но смотрятся красиво. Бежево-черный. И вот такой серый. Стильки. Я не помню, видела я их или нет. Материал полиуретан. Можно обрезать под свой размер. Так, сокращают нагрузку на стопы при ходьбе. Обладают массажным эффектом. Подходят как для повседневных прогулок, так и для занятий спортом. 149 рублей. Пришли навесные сборные полки на 3 яруса. Смотрите, есть белый цвет и бежевый. Размер у них 32 на 17 на 42 сантиметра. И тут такое дополнение, что собранная полка разборке уже не подлежит. Не знаю почему. В общем, 349 рублей. Без запаха пластика, прослужит долго, написано. Мягкие корзины с ручками для пищевых продуктов. На 17 литров. Ни одну из них не могу вытащить. Очень плотно они сидят. Но я думаю, вам видно, как они выглядят. Материал полиэтилен. Три цвета. В отделе для праздника тоже нашла новинки. Это светящиеся ободки в виде кошачьих ушек. Есть розовые, черный цвет, принцесса. Работают они от 3 батареек. Они входят в комплект, но батарейки интересные. От G13. Я не знаю, что это за такие батарейки. Ну, какие-то очень маленькие, видимо. Световой поток 60 люменов. И работает LED, вот эта подсветочка, непрерывно 72 часа. Стоят они 79 рублей. Набор для вечеринки или дня рождения. Пиньята и бита. Пиньяту нужно наполнить всякими конфетками, конфетти, сладостями. И разбивать. Есть в желтом цвете и в красном. Стоит 199 рублей. Праздничные язычки-дуделки. 6 штук в наборе.
Есть в темном и в светлом цвете. Еще нет цены на вот такую новинку. Рулетка действий. Игра-сувенир. Так, сейчас прочитаем. Состав: ЛХДФ, картон, ламинация, фурнитура. Размер 14 на 14. Рулетка действий. Изобрази персонажа фильма, изобрази гадалку, сделай забавное групповое фото. Ну, в общем, тут такие прикольные задания. И второй вариант вот такой. Я думаю, это даже для взрослых иногда интересно. О, да тут еще и третий вариант нашла. Рулетка тостов. За здоровье, за оптимизм, за искусство, ну и так далее. Наконец-то к нам пришла вот такая красота. Ключница Sweet Home. Очень красиво все сделано, аккуратно. И красивый декоративный элемент. Посмотрите, какой. Материал МДФ и сталь. Есть в белом цвете. И не окрашенные. Красота. Очень реалистичные орхидеи в горшке. Такая декорация. Посмотрите, как красиво все сделано, аккуратненько. В горшке декоративные камушки. Ничего не сыпется. Все надежно. Два цвета. Горшок, кстати, пластиковый. Пластик и полиуретан материал. Вот смотрите еще, какой цвет. Новая серия цветочных горшков называется «Артишок». Стоят они 299 рублей. Материал керамика. Нашла в трех цветах. Белый, серый и зеленый. Вот такой вот красивый. Оливковый, можно сказать. Не указан объем. И к низу он широкий, а вверх заужается. Поэтому я не знаю, какой по объему горшочек сюда поместится. В общем, небольшой, я думаю. Но смотрится красиво. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.